Читайте только в МК-Эстонии. Работа на дому с приличной зарплатой. Таким объявлением мошенники обманули десятки людей на тысячи евро. МК-Эстония рассказывает, какие еще способы обмана сейчас в ходу и как уберечься от нечестных работодателей. Нуждающейся семье помогли просроченными продуктами. МК Эстония выяснила, что делать, если к вам попали просроченные продукты, какие из них опасны, а какие вполне съедобны. Врач безосновательно заявил пациентке, что она пьяна, и выгнал из кабинета. Мы узнали, как себя вести, если вас обижают медики, и куда жаловаться, если врач вам нахамил. МК Эстония – ваш семейный еженедельник. Плюс новости каждый день читайте на сайте mke.ee.